все удачно припарковался. А где подъезд у вас? Вот этот? Ну, там. Нужно открыть, если хотите. Я в руки не приношу. Вдвоем можно так. Вы можете так на тогда... пол его поставить, в смысле, ребят. Тогда веревка вытащить надо. И поставить на пол. А, подожди, давай уже... в этот, чтобы не поцарапать. Нет, там днище же оно, это не крашено ничего, там нормально. Ну, сейчас посмотрим. Подожди, перехвачу. Я взял. Взял? Теперь ты бери. Я не взял. Не взял. Главное, да не, до лифта донести. Подожди. Бери. Взял. Давай поставим. Можно покрывали его и нести. Ну, да. Бетон просто внутри. Прикольно. Ну, я не видел сейф. Прикольно. Сюда, сюда, и он от пожара. И от всего. О. Слушай, банковские вообще тунны весят. Да. Надо брать, забирать? Ну, так мы лучше потом или пусть машину заберем, да. Мы... Поднимай, видишь, еще. Подожди, перехватим. Да, перехвачусь. Что здесь? А вам закреплять его не надо? Что? Перфоратор не надо закреплять его? А есть перфоратор? Не, ну мы все этим занимаемся. Есть. Ну не здесь, но можем привезти. Но сказать мы могли бы... Не, писать. У меня как бы есть это самое, но это уже просто до Пасхи не успею. Ух ты, я просто не подумал. Все же решил сам. Вы могли просто перфоратор взять, да, сразу, если надо. Не, если бы он здесь был, машина, ну не взяли, не взяли, да? Так тут недалеко. Ну смотрите, еще, мне кажется, два отверстия можно просверлить. Можем. А? Можем съездить сейчас. В принципе, еще не так поздно. А там есть этот, куда вставлять? Два этих два пола. Отверстия. То есть нужно поставить. А, изнутри надо. Наметить, получается. Да. Отодвинуть, просверлить, поставить анкера. Там надо анкера, а не. Есть анкера. А есть, да? Да, в комплекте. Сейчас посмотрим, под какое сверло. Ну, десятка. Ну, туда его заборожек нужно затянуть как. Только надо, наверное, глянуть. Ну, в принципе, повернем. Так. А где он стоять будет вообще? Ну, вот, сейчас поставим. Давайте, неважно же где. Вот туда его сейчас это самое вытащить. Угу. Потому что тут его покрутим. Хорошо. Так. Надо штат, чтобы... Просто надо для плитки сверло. Мы не возьмем. Мы можем порвать. Что порвать? Плитка у меня, по-моему, восьмерка. Восьмерка. Нет, у тебя есть сверло для плитки? Да, там восьмерка есть. По плитке? Да. Только это в дрель там, не для перфора. Ну, что повернуть? Я понял. А куда именно будете ставить? Ну, вы вытащите сейчас. Давай, вытащим. Вы туда с порожка спихните. Так, что делаем? Чтобы порог не поцарапать, смотри. И вытащите эту тряпку с поднем. И сейчас посмотрим, куда тут перейти. Давай, так на бок подниму. На себя вот так. А ты вытянешь. Давай. А теперь сюда, в другую сторону. Да, все. Сейчас глянем, потому что если что-то... Так, где тут дырка? Ставь на дно. Ага. Еще посмотрим, куда он тут вылазит. Куда-то. До пути становится. Туда не пойдет, да? А ну. Вот туда именно? Не-не-не, я сейчас смотрю, где у него дверь. Дверь вот она. То есть сюда он у нас не пролезет, да? Сюда он может, по идее, да? Ну, я думаю, другого пути нету, кроме как это. Кроме как вот сюда.